Приветствую вас, Ирина. Честно говоря, мне думается, что вы боитесь неудачи, вы боитесь ошибки. Вот, у вас есть какой-то, может быть, опыт негативный вашего подавления или подавливание, да, когда вас подавляли, пытались сломать, как личность, может быть. Вот, отсюда у вас есть такое вот представление о том, что в определенных местах происходит эта самая ломка и подстройка под какие-то стандарты. Вот, безусловно, это так, безусловно, это встречается, безусловно, это есть. Вот, но это не значит, что это есть во всех местах, и это не значит, что если кто-то так делает, то у него это получается. Вообще, мне кажется, что если у тех, кто пытается сломать личность, получается это сделать, то, наверное, человек никогда личностью этого и не был. И, возможно, вы просто боитесь проверить свои силы, боитесь пройти это испытание, может быть, повторное, вот, но это боитесь, что вас сломают. Ну вот, знаете, самое забавное, что сломать человека как личность без его внутреннего согласия невозможно. И получается, что у вас есть сомнения. Вы знаете, что эти сомнения. Вы знаете о том, что эти сомнения у вас есть. И, вероятно, вы боитесь посмотреть на глаза этим сомнениям. Сомнениям по поводу себя, по поводу своей ценности. Вследствие этого вы боитесь попробовать. Вы боитесь ошибки, вы боитесь неудачи. И вот чисто на поверхности, вот так вот, если в самом общем контексте смотреть, то мне кажется, что это у вас страх именно неудачи. Ну, немножечко есть от игры «Дано». То есть вот я чего-то хочу, там, допустим, я хочу заниматься творчеством, вот. Но я отказываюсь от тех, значит, вариантов реализации этого, которые вот, собственно, есть. Предложите мне другой вариант. Вот. И в большинстве случаев человек с подобным подходом, ну, он отрицает другие варианты, потому что другие варианты ему не нужны. Ему нужно доказать всем, что вариантов нет. А вот, чтобы получить оправдание тому, что он ничего делать не хочет. А ничего человек делать не хочет по двум причинам. Первое – это страх неудачи. Второе – это перфекционизм. И, соответственно, я думаю, что и другое в какой-то степени вам присуще. Ну, по крайней мере, такова моя гипотеза. Я не берусь утверждать это наверняка, но такая моя гипотеза. И, соответственно, в этом контексте и нужно вам действовать. То есть я бы поработал вот с этими моментами. Еще мне кажется, что, знаете, вот я вот почувствовал, да, у вас, когда читал ваш текст, я почувствовал, что вы как будто говорите, знаете, я должна победить. То есть, если я занимаюсь, значит, там, творчеством, например, то я обязательно должна победить. Я должна победить их всех. Вот так вот, мне кажется, вы, ну, вот в таком ключе вы двигаетесь. То есть это вот некое такое, ну, некое принуждение, если угодно, себя к победе, да. То есть я должна победить, я не имею права
не добиться успеха, не имеешь права не добиться какого-то результата. Вот. А вот почему я не могу добиться какого-то результата, почему я обязан победить, вот на этот вопрос вы ответить, скорее всего, себе не сможете. Ну, так просто. Еще, к моему большому сожалению, я почувствовал некую озлобленность у вас. То есть вот некую такую, ну, может быть, не озлобленность, да, это, может быть, слишком я громко сказал, а злость. Я почувствовал злость. То есть вот есть у меня такое ощущение, что вы злитесь, что вы злитесь. То есть есть ощущение какой-то агрессии у меня небольшого. Ну вот, после прочтения вашего текста. Вот, то есть агрессия — это вот какая-то такая вот невыраженная эмоциональная история, да, то есть история про то, что я не могу выразить какие-то свои чувства, да, это история про то, что я не, ну, там, не замечаю какой-то, может быть, угрозы в, ну, мой образ, да, пытаюсь это игнорировать как-то. То есть это вот такой аспект, мне кажется, не очень хороший на самом деле. Вот. А, и как бы, ну, соответственно, мне кажется, что в этом направлении вам нужно двигаться тоже. То есть мне кажется, что в этом направлении вам надо, ну, тоже как, стараться. Вот. Это то, что я могу вам сказать, наверное, сейчас именно. То есть, вот опять же, вы говорите, это способ для таких, как я. Вот такие, как вы, это кто? Кто такие, как вы? То есть, вот что вы имеете в виду, да? То есть, чувствуете вот, что здесь у вас как будто бы такое вот обесценивание происходит, да? Чувствуете, наверное, что имеет место быть такое обесценивание. Вот, такие, как я. А какие, как вы? Вот, такие, как вы, это кто? Вот, что такого необычного в том, что вы, допустим, не хотите, чтобы вас оккультуривали? Да, только ваша проблема в том, что вы боитесь оккультурирования. Ваша проблема в том, что, ну, что вы его там, опасаетесь этого. Вот. Ну, оккультурирование. Вы боитесь его. Знаете, такая штука. А так, в принципе, что такого. То есть, понимаете, у меня проблема в том, что, наверное, еще, что вы сами себя считаете вот какой-то вот не такой, какой-то неправильный, да, то есть обесценивать себя. И как бы это вот может быть как раз то, что, ну, в психологии называется переносом. То есть, когда вы сами себя обесцениваете, ну, вы этого не принимаете, да. То есть, ну, вы как бы отрицаете этот момент.
Вот, отрицать этот факт. И в действиях других людей вы видите именно это. То есть вот, ну именно вот в действиях людей вы видите данный аспект. То есть вы видите, в действиях людей, да, вы видите некую какую-то угрозу такую, вот, значит, ну, к себе, по отношению к себе самой. Вот. И это, значит, мотивирует вас на агрессию какую-то, мотивирует вас на то, чтобы себя защищать и так далее. По поводу того, как чем вам заниматься, ну, поймите правильно, да, поймите правильно, то, что как психологи мы же не подсказываем, ну, мы не подсказываем, что именно делать. Вот. И как психологи мы предпочитаем все-таки помогать человеку, наверное, разбираться в себе больше, нежели чем нежели чем вот таких, ну, в таком ключе действовать, понимаете, чтобы человек не привыкал к тому, что ему помогает. То есть я не знаю, вот, даете ли вы себе отчет или нет, да, но если мы вам если мы вам поможем, ну, например, да, вот если мы вам, например, поможем, вот, я имею в виду, если мы вам, ну, если мы вам подскажем, как, допустим, действовать, вот, то вы так привыкнете к тому, что вам подсказывают. То есть вы самостоятельно, ну, не сможете самостоятельно как-то вот действовать, понимаете, а мне бы все-таки, опять же, допустим, хотелось бы, чтобы вы могли сами что-то делать, вот, понимаете, какая штука. Поэтому, я думаю, как раз, что вам надо бы вот именно двигаться в этом направлении. Мне так кажется. Вам нужно двигаться именно вот в направлении того, чтобы разбираться в себе. Как-то, понимаете? Вот. Соответственно, уже исходя из этого, да,
уже исходя из этого. Можно будет давать какие-то рекомендации и стараться вас направлять. Вот. Я думаю, что примерно вот так. Я думаю, что примерно в таком ключе вам можно помочь. Примерно в таком направлении. Я думаю. Вот. На этом все. В принципе, я надеюсь, что это вам было полезно. Я надеюсь, что вы для себя определенные какие-то выводы делаете. Вот, ну а вам я сейчас могу пожелать только удачи. Я могу пожелать вам всего самого доброго и могу выразить надежду, что ситуация изменится, я могу выразить надежду, что ситуация поменяется, я могу выразить надежду, что вы найдете, ну, по факту, вот. То, что ищете, то есть я имею в виду, найдете то, что вас волнует, да, то, что вас беспокоит, найдете какие-то вот ресурсы для того, чтобы ситуация поменялась, найдете себе, ну, возможности для того, чтобы изменить ситуацию и чтобы изменить ее в лучшую сторону для вас, по крайней мере. Вот. А на этом все. Удачи вам, всего самого доброго.